Практически у всех в школе были прозвища. В детстве меня прозвали Гайкой от фамилии. Я всячески пыталась показать, как сильно мне это не нравилось, но вскоре поняла, нужно проще относиться к прозвищу, и тогда со временем его забудут. Так и случилось. Некоторые гордятся своими прозвищами, если они выделяют положительные черты или способности. Ну, я занимаюсь спортом в течение 10 лет, и 10 лет назад, когда я только пришел к своему первому тренеру Виталию Петровичу, он прозвал меня Тайсон, когда мы с ребятами спарринговались. Уже в течение 10 лет это прозвище прижилось ко мне, стало как вторым именем. И сейчас все друзья, знакомые, в основном меня называют Тайсоном. Отношусь к этому спокойно, уже привык. Моя кличка Коба, она созвучна с кличкой Иосифа Виссарионовича Сталина. Ничего зазорного в этом не считаю, так как называют меня так исключительно друзья. Друзья, которые были у меня и в той школе, и в этой, кличка перешла со мной. Чтобы избавиться от клички, нужно понять, из-за чего вас так называют. Если это недостатки, работайте над их устранением. Но есть и такие прозвища, чтобы заслужить которые, наоборот, нужно постараться. Например, Маргарет Тэтчер, Железная Леди, имела прозвище, имеет. Она навряд ли собирается от него избавляться. То есть это ее характер и свойства. Да, она на этом стоит. Она жесткая деловая женщина, глава была государства Великобритании. И навряд ли она поменяет свой характер ради того, чтобы ее так не называли. Каждый третий ученик школы имеет прозвище. Нередко оно травмирует личность. Даже не само по себе, а то, как на это реагируют остальные ученики. Когда кличка становится клеймом, пора идти за помощью. Каждый родитель дает своему ребенку имя, соответственно, я считаю, что и все остальные должны называть его по имени. А кличка – это что-то такое, что высмеивает ребенка в глазах других. И поэтому, я считаю, унижать никого нельзя. Задача каждого педагога в том, чтобы объяснять, разъяснять детям, что это не тактично, не красиво, что у каждого есть свои минусы, свои недочеты. И каждый должен поставить себя на место другого, того, кого они обзывают, унижают, и что каждый может оказаться в этой ситуации. Болезненная реакция на обзывалку только сильнее раззадорит обидчика, а человека, который не раздражается, когда его дразнят, и дразнить-то неинтересно. Растите своих детей интересными собеседниками и верными друзьями, и тогда у сверстника не появится поводов давать обидное прозвище.